О, вернулась зима. Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом. Вот. Наконец-то выпал снег, ударили морозы. Ну, морозы пока такие добрые. Ночью 12 градусов, днем 8-9. Но что удивительно, дождь при такой температуре идет. Вот опять образовывается наст. Вот так вот. Вот так вот мы работаем и живем, ребята. Вот. Ну, судя по снегу, какие-то пчелки там что-то и вылетали. Вот, но... Ой! В целом зима. А зима катит глаза. Ожидаются морозы до минус 25 градусов. Вот, в Москве они уже как бы на убыль идут, а видать, эти холода, они докатываются к нам. Интересное дело, в Сочи плюс 15, в Москве минус 30. У нас где-то посередине минус 8, минус 15 градусов. Что ж нам покажет январь? Так вот, глянем сюда. Ага, сидят хорошо на улочках. Глянул в эту семейку, да вообще заскочил так посмотреть. Уже исправить-то ничего не исправишь. То, что перед этим похолоданием, как семьи с осени приготовлены, как пролечены. Но все равно сердце переживает, сердце болит. Ребята звонят, спрашивают, как делать. В общем, сейчас переживаю за подписчика одного с Московской области. У него несколько семей ослабло. Был поздний расплод в Московской области. Да? Пчелы не мои. Вот. Но оставалось по полторы, по две рамки пчелы. Я ему посоветовал перед теми морозами московскими соединить все вместе, и уже как перезимуют, так перезимуют, потому что по отдельности они уже точно не смогут пережить. Вот за него переживаю, хочу, чтобы у него получилось, чтобы эта объединенная семья соединилась там, выжила. Не знаю почему, человек незнаком, а вот тоже переживаю. Ну, как не заглянуть к 40-й семье. Вот у них тут лазят, канди прогрели, не стал я им менять его. Ну так вот они прогрели его, он мягенький. Живет пока 40-я. Ну вот эти вот под холстиком сидят, но клуб уже ушел туда, к дальней стеночке. Надо бы чем-то помочь им. Да, вот крышку снимал, ДВП полностью обледенело, ну, тепло идет сверху, вернее, снизу идет тепло, вот, ну, а сверху лед. Вот так вот и углы изморозью покрылись, вот. А вообще приехал, честно говоря, поздравить вас с наступившим Новым годом. Вот. Посмотреть в целом на пасеку. Потому что последний раз 31-го был, а сегодня у нас 5 число. Ну, вроде ветров сильных не было. Вот так вот снежком припорошило. Вот. Ну, снег пока рыхлый, хоть и с дождем шел, есть продыхи. Пчелки могут дышать, ну и слава богу. Вот. Очень сильно меня интересовало, как они там по полету. Ну, наверное, уже при такой температуре летать не будут. И, наверное, у нас наступила зимовка. Как мы пройдем, как мы проживем? Ну вот, эти холода, после этих холодов, как правило, где-то в районе 20 числа, вне зависимости от... Есть у пчел мед, нет у пчел меда. Я уже начинаю им ложить
Да, ближе к концу января уже подкормку или мед ложу, или ложу канди. Вот. Ну, уже в феврале я ложу белковые канди, поэтому весна все равно не за горами, хоть она зима так у нас затянулась, но весна все равно придет. Ну, вот так вот, такой короткий вот обзорчик. Уж извините, что заглянул пчелкам. Вот, но есть семьи, 100 семей не осмотришь и всегда опаздываешь, боишься, что будет поздно. Да, в принципе, и подписчики хотят, чтобы что-то показывал. А говорить о чем-то, рассказывать о чем-то не всегда интересно. Вот, следующий ролик я выпущу о том, как торговать на маркетплейсах, на Озоне, Валберес, Яндексе. Я не буду рассказывать о том, что нужно вот прям сделать то, пойди туда, включи это. Нет, я расскажу в общем, что необходимо поэтапно. А каждый из вас уже, ну, выберет для себя, нужна ему эта информация была или не нужна. Вот. Ну а сегодня, 5 января, с вами был Сергей Лукинцов. Ребята, весна не за горами. Переждем эти морозы, может быть, в феврале еще будут морозы, но все равно время тикает, а оно тикает к весне.